Один из лучших вариантов для осеннего вечера выходного дня – массовое катание. На ледовой арене знакомятся и назначают свидания, встречаются с друзьями или просто катаются на коньках в свое удовольствие. Свои двери для любителей коньков Ледовый дворец открывает уже в эти выходные. Мы планируем поднять на новый уровень саму организацию сеансов массового катания. Мы также сделаем их не только для детей и подростков, но и для взрослых, кому от 30. По задумке администрации дворца, сеансы для детей и подростков будут по традиции начинаться по выходным в 20 часов. Старшему поколению будет предложен сеанс в 22:00, и проходить он будет под любимые хиты 80-х и 90-х годов. Обычно это был День народного единства, накануне Дня праздника защитников Отечества и перед 8 марта. Сейчас мы будем стараться эти сеансы увеличивать. В прокате есть коньки всех размеров. Все, что необходимо взять с собой, это хорошее настроение и компанию друзей. Кирилл Васейн, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.